Смотрите, мне кажется, что там падение гегемонии Запада или продолжение гегемонии Запада – это прям такой очень крупный план, в смысле, очень общий наоборот, очень такой зум-аут. Поэтому, наверное, стоит сейчас вот некоторое время остановиться на очень-очень общем плане. В макроперспективе, мне кажется, очень интересным такой вот мейсонский проект. Это в Гронингенском университете. Там составили, наверное, самую полную в мире базу данных по оценкам ВВП за разные страны, регионы, за разные эпохи. Насколько она полная, насколько данные там основательные, это как бы отдельный вопрос. Но лучше, чем у них, наверное, оценок нет ни у кого. И вот один интереснейший как раз вывод, сделанный на основе этой базы данных, он такой, что даже если брать вот чисто последние столетия, там 200-300 лет, то годов очень быстрого экономического роста в Западной Европе и в Северной Америке было значительно меньше, чем, например, в Латинской Америке, или в Азии, или на Ближнем Востоке. Просто гораздо меньше. Но чего там было еще меньше, это годов такого быстрого падения. То есть, мне кажется, это надо понимать про страны, как раз. Их можно назвать странами Запада, можно назвать странами Севера, то есть Западная Европа и Северная Америка. Их, они не обязательно всегда растут быстрее, чем весь остальной мир, но они гораздо-гораздо медленнее и гораздо реже падают. Они устойчивы. То есть, практически какую там экономическую статистику не бери, там, не знаю, там Мексика, или там Россия, или любая другая страна, вот к глобальному северу не относящаяся. Там абсолютно нормальная динамика. Что там типа производство определенного рода там продукции в Мексике растет, 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 растет. Полное падение, обнуление в 20 раз. И это норма. Чего не то, что не бывает, но гораздо реже бывает вот в странах глобального севера. То есть страны глобального юга, которые, конечно, отношу, если честно, и постсоветское пространство тоже, они могут быстро расти, но очень быстро обнуляются. И чего у нас, наверное, не до конца как-то понимают, но на самом деле в этот глобальный юг входит, например, и Китай тоже. То есть он сам по себе гораздо менее стабилен. То есть если брать такой недифференцированный Запад или, возможно, еще более точное определение глобальный север, то он гораздо-гораздо более устойчив и как совокупность, и как каждый из его элементов. Ну, например, понятно, что в рамках самого, этого самого Запада там и роли стран, и роли регионов меняются. Какие-то меняют, например, свою экономическую функцию. Например, вот Англия была там мастерской мира в 19 веке, и даже часть еще в начале 20-го, а сейчас в огромной степени деиндустриализовалась. Вот когда с англичанами общаешься, там, знаете, часто такое думерство, там, да, мы ничего не производим, там, у нас одни только финансовые услуги. И, может быть, если мы посмотрим на агрегированную оценку, ну, так оно примерно и есть. Но, вот тут прикол. У старых гегемонов экономических, у той же Англии, даже если в целом та же самая промышленность, производство, машиностроение, она, в общем-то, потеряна, они почти всегда остаются в чем-то... Ну, там гегемоны, по сути, или где-то даже монополистами. То есть в случае Англии, например, там измерительные приборы. Возможно, я сейчас не готов там вступать в чисто технический спор, но если не самые лучшие в мире, то там одни из самых топовых. В чем-то монополисты. То есть, и это я просто беру вот зум на одну конкретную страну. А если брать Запад в целом, мне кажется, что даже если брать чисто производство, чисто промышленное производство, то его роль очень-очень сильно недооценивают. Очень сильно недооценивают. Знаете, у очень многих, кто там может прогуляться по супермаркету, может возникнуть иллюзия, что там все делают в Китае. А что делают не в Китае, то делают в Корее. Или на Тайване. И действительно, если гулять по супермаркету и смотреть на этикетки, то примерно так оно и кажется. Но как бы в чем проблема? Что то, что ты видишь в супермаркете на полке, это же конечный продукт очень-очень длинной цепочки. Очень длинной цепочки. В которой есть узкие места. И, например, в этих узких местах там практически все сосредоточено. Ну, там, наверное, 95% Западная Европа и Япония. А 5% это все остальное, включая США. То
есть это полная глупость, полная неправда, вообще полный бред читать, там, например, тот же Китай в какой-то степени там экономически или технологически самодостаточно. Это абсолютно не так. А новые индустриальные страны, типа Китая или, например, Турции, это, кстати, очень похожие весовые категории, они реально достигли больших успехов. А успехи там в чем-то громадные, но эти успехи ограничены. А тут просто, вот представьте такую метафору, вот смотрите. Допустим, вот берем Джо. Джо совсем не умеет драться. Джо взял и там походил немного на там карате, там 100 часов. Что это дает Джо? Ну, с одной стороны, дает очень много. Потому что, если честно, теперь там Джо, ну, наверное, он лучше, чем большинство тех, кто в целом ходит по улице и не умеет ничего вообще. Но при этом, можно ли считать, что Джо, потратив 100 часов на тренировки, мастер, вообще даже рядом не стоял? Потому что между Джо и человеком с улицы 100 часов тренировок, а между мастером и Джо, ну, 10 тысяч часов. И оно вроде бы с точки зрения человека с улицы не очевидно, но на самом деле трудно преодолимая пропасть. И в технологическом развитии там во многом примерно то же самое. То есть страны типа Китая или Турции, вот у них есть некоторый реальный потолок возможностей. И он, ну, достаточно низкий. Что они пытаются делать? Они пытаются притулиться под этим потолком. И вот как бы сделать то, что находится под потолком их возможностей. Это на самом деле большинство как бы продукции в мире, большинство существующих товаров. Но поднять этот потолок очень трудно. Этот процесс занимает десятилетия, где-то поколения. И критически важные вещи, они находятся над ним. То есть идея, что Китай, он в какой-то степени сможет там типа догнать условно Германию или Японию, там на нашей жизни, я в это не верю принципиально.